Пацаны, пацанчики, девчулечки, ребятушки, здорово. У нас вот такая компашка собралась. Вот этот пятнистая железяка, это вам уже знакомая, это Серёнька. Как обычно, тут жопку греет. В Калининграде ему некомфортно. Ромчик приехал к нам в гости на английских номерах. На самом деле он шифруется под англичанина, хотя и говорит по-русски не очень хорошо. Скажем так, не идеально, он литовец. Вот, он на ютубе смотрел тот шлак, который я выкладываю, и все же взял, сюда приехал. Но суть не об этом. А там парнишка Деня, короче, спрашивал про панельку на торпедо. Вот, и я что-то подумал, сначала думал для него снять индивидуально, потом подумал, а что нет, может быть, кого-то заинтересует, и, наверное, в общий доступ залить видосик. Вот, в общем, видосик не про природу, не про погоду, не про то, как я в очередной раз поломался, хотя пока, ну, не сказать, что поломался, но вот так кое-что дорабатываю. Видосик сугубо технический, для водительского комфорта, про зону водителя и немножко пассажира. Вот, и сейчас будет про панельки, про торпеды. Не секрет, что в дукатиках, да и не только в дукатиках, во многих авто торпеда такое не очень комфортное, относительно беспонтовое место, где не очень удобно все разложить. Хочу показать разные вариации таких полочек на торпеда. Вот у Сереньки покажу. Сер, что у тебя так темно-то тут, а? Моментик. Короче, вот у нас такая вот панелечка у Сереги. Но она такая небольшенькая, хотя как, не то чтобы маленькая. Вот такого типа. И сейчас вкратце покажу свою и подниму, разберу, объясню все. Вот то, что мы имеем у меня сейчас. Но к этому мы вернемся. Сначала покажу, как было, а потом некоторые какие-то моментики технические. Ну а было все так себе, на самом деле. Торпеда-то, ну, достаточно просторная, широкая. Но она вот с таким скосом. Вот с таким вот скосом. И что-то как-то ее использовать. Здесь есть, конечно, небольшой такой кантик, выступ, но он такой никакой. Вот. Максимум сюда можно там прикрутить какую-нибудь крепежку для планшета, как-то его поставить. Но вот огромная площадь, да, и она, ну, никак не используется, да, в сравнении, опять-таки, с интегралами. Вот, в интегралах, конечно, там еще шире, потому что у них нет капота, и моторный отсек у них под торпедо практически. Вот, но там это грамотно обтяпано. Вот, и это мне очень не нравилось. Мне хотелось очень вот комфортную прямо здесь такую столешницу, да, чтобы я мог там положить... Там, к примеру, там телефон, там сигареты, там какое-то там что-то там под руками, там, не знаю, там чашку с кофе поставить, да? Ну, как-то это сделать более удобно. Вот, конечно, первое что-то я подобное когда-то увидел у дальнобоев. Вот, мне захотелось, короче, как-то это место сделать грамотно. И что я с этим сделал? А сделал я вот что. Сразу объясню некоторый технический момент. Смотрите, я захотел полку, чтобы она вот прямо вот на всю торпеду, да, стояла. Понятно, что нужно, чтобы она ровно была по двум осям, да? То есть поперек и вдоль. Вот. Там, где водительская зона. На торпедо здесь максимально высокая точка. Поэтому упор, основная привязка идет вот к этой точке. Соответственно, здесь формируется такой зазор. Здесь сейчас вы видите полочку, но к ней потом, позже. Ну вот. Сначала вот по этой плоскости. Это раз. Два. Там есть воздуховоды, да, для того, чтобы обдувать стекло, там его сушить, там подогревать или там еще что-то, да. Вот, соответственно, нужно учесть вот этот зазор по воздуховодам. У меня где-то там порядка 4 сантиметров зазор. Так как стекло идет с изгибом, можно, конечно, не идеально, допустим, здесь пошире зазор, здесь поуже можно было так сделать. У меня так и было, но я потом ее переделал. Почему?
Сейчас здесь шторки у меня сняты, но здесь у меня стоят шторы. И мне нужно было, чтобы они здесь свободно проходили. Вот, поэтому у меня вот этот зазор по всему периметру относительно стекла одинаковый. Ну, там, может быть, с разбежкой там, до 5 мм. Это момент номер раз. Далее опоры. Чуть попозже переверну, вам покажу с обратной стороны. У меня три точки опоры. Одна точка здесь, одна точка здесь, одна точка здесь. Чтобы не остался вот этот колхозный просвет, я это место использовал под полочку. Под полочку, которая у меня иногда залипает. Вот, там направляющие такие металлические из строительного магазина. Здесь сделана полочка. Это такой момент. Что еще? Сделано по-простому. Кусок фанеры, кусок кожзама и пластиковые. Здесь вот кто что использовал. У меня изначально были уголки здесь, и они были достаточно широкие, высоко здесь выступали. То есть ничего не улетит. Вот. Но мне не нравилось, что у меня тут там подруженца едет, не может сюда ноги положить. Иначе поломает уголок. Вот. Я переделал. Здесь уголок сделал пониже, шторы еще цеплялись, мешали. Здесь вот убрал уголок, такой кантик сделал. То есть, ну, это уже полет фантазии, как вам нравится. Вот, в плане отделки, в плане переделки. Что еще? Те опоры, которые там проходят, они должны быть под углом проходить. И важный момент. Торпеда везде неровная. Вот, я изначально, чтобы повторить форму торпеды и нормально легли эти ножки стойки, я из картонки делал шаблоны, их там вырезал, подрезал, то есть замерял, то есть, ну, все подгонялось. Ну и потом уже, когда они были закреплены на эпоксидку, саморезы, они потом еще там регулировались, подпиливались, запиливались. Вот как бы ничего такого фантастического, но очень удобно. А насчет крепления, я ее не крепил никак, она так вот складывается. Назад она не может пойти, потому что очень большой уклон туда. Вперед, ну, чтобы она у меня четко стояла, у меня есть по уголочку такому вырезано, там поставлено. В общем, все просто. Вот, и зона рабочая. У меня есть обычно, вот здесь очки у меня разложены, тут у меня подставка под телефон лежит, еще всякая лабуда. Это я тут сейчас шторочки меняю, поэтому все снято. Вот, и выглядит с обратной стороны, сейчас покажу. Вот она у нас снята. Выглядит у нас с другой стороны следующим образом. Все тоже достаточно банально и просто. Вот у нас обратная сторона. Вот то я вам о чем говорил, что под скат опоры. Это я тут регулировочные, у меня саморезики стоят. Это я вот такие уплотнительные резиночки положил, чтобы совсем уже там нигде не дребезжало. Но это опять-таки тут уже каждый фантазирует как себе хочет. Все очень просто, все очень надежно. Вот. Как бонус еще вам скажу, но я просто не знаю, как бы в русскоязычном регионе СНГшном прицепится к этому, не прицепится, но мне не нравилось, что из-под лобовика я вот вижу вот эту часть пустую, и она греется солнцем. Я что сделал? Я купил тонировочную пленочку, зеркало, отмерил по стеклу полосу. У меня стекло по низу, вот такая полоса заклеена до этой консоли. Вот, криво, косо, с завоздушенностями. Не получилось у меня там подлезть. Ну, очень такое неудобное место. Ну, как бы мне пофиг, не суть. Мне главное, чтобы она функционал свой выполняла. Я даже планировал, если что-то пойдет не так, то просто возьму потом такой жесткий пластик. Не знаю, как вот по структуре, как бутылка. Такой в Leroy Merlin продается. Возьму такую полосу, вырежу из такого пластика, на него уже наклею эту тонировочку и закреплю на панельке. Но я сделал, мне нормально, мне вот вообще подходит, все классно, все нравится. Вот такая тема. Так что те, кто хотят обустроить кемпер, не обязательно кемпер, может какой-то бас, какой-то серф-вэн. Вот можно вот сколхозить такую тему. Хотя что я рассказываю? Те, кто давно ездят на бусах, уже тут давно тему знают. Вот такие дела, пацаны.